Представители стран-участниц Исламского банка развития собираются в Алматы вот уже второй раз. Спустя 40 лет с момента его образования, сегодня они обсудили проделанную работу, достижения и оказанную помощь в развитии, в экономическом и социальном развитии не только в странах-участницах Исламского банка развития. В сегодняшнем форуме приняли участие аким города Алматы Ахмеджан Исимов и министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. Также на ближайшие 10 лет определены основные стратегические направления деятельности. Главной своей задачей страны видят в мобилизации собственных ресурсов, содействии интеграции экономики стран-членов между собой и остальным миром. Считаю, что у нас есть все необходимые предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества с вашим банком. Мы готовы перенимать специфику работы по базисным методам исламского финансирования. При тщательном обучении и строгом соблюдении ваших правил готовы реализовывать проекты на базе муниципальных предприятий в социальной сфере, благоустройстве и экологии. За это время Исламским банком развития по всему миру были профинансированы многочисленные проекты на сотни миллионов долларов. А в Казахстане уже в этом году запланировано несколько проектов, в том числе и строительство в Алматы алюминиевого завода. Планируется, что основным направлением финансирования на предстоящие 10 лет будет частный сектор. И планируется впервые создание регионального фонда поддержки малого бизнеса в Карагандинской области в сотрудничестве с СПК. Вчера вот была завершена первая сделка корпорации по страхованию инвестиций по страхованию крупной сделки импорту горнорудного оборудования. Следует отметить, что еще два последующих форума пройдут в Сенегале для африканских стран и в Саудовской Аравии для арабских стран уже в этом году.